за военные победы и трудовые заслуги. Государственные награды России и Татарстана сегодня вручили в Кремле. Среди награжденных два участника Великой Отечественной и ветераны труда, заслуженные строители, нефтяники, врачи и артисты. Исправительный центр открыли сегодня в Казани. Он рассчитан на 150 мужчин и 50 женщин. Такой вид наказания – альтернатива лишению свободы, если человек впервые совершает тяжкое преступление. Сегодня в столице вспоминают павших в Великой Отечественной. В парках, скверах и дворах проходят концерты и митинги. В парке Урицкого школьники и ветераны сегодня возложили цветы и венки к монументу славы.